Доброго времени суток. Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях сегодняшнего дня расскажу вам я, Юлия Боровикова, и мои коллеги. А теперь коротко тема выпуска. В России ведут новую норму содержания алкоголя в организме. 4 подворья национальной деревни продаются. Оренбуржцы приложили руку к созданию мечты. Об этом и многом другом далее в выпуске. Министерство труда назвало самые высокооплачиваемые профессии в России. Подробности у Аскара Басырова в нашей постоянной рубрике «Мировые новости». Здравствуйте, в студии Аскар Басыров, и это «Мировые новости». В Министерстве труда и социальной защиты составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Итак, барабанная дробь. Больше всех в стране получает капитан океанского корабля, который в среднем с начала года зарабатывал 500 тысяч рублей в месяц. Да и слава богу, нормальный не пошел бы на такое. На втором месте командир воздушного судна с зарплатой в 357 тысяч рублей. Кстати, второй пилот также в этом списке замыкает десятку со скромными 180 тысячами рублей в месяц. На третьем месте профессия главного технолога золотодобывающей промышленности. Такие специалисты получают 312 тысяч. Далее по списку хоккейные тренеры 300 тысяч, начальники строительных участков 250 тысяч и стоматологи аж 200 тысяч рублей. Также высоко ценится и труд риск-менеджеров и аналитиков в области информатики. Судя по всему, составители рейтинга не учли некоторые профессии, например, коррупционер. Вот буквально на днях начальника отдела техобеспечения Министерства обороны России полковника Александра Вакулина арестовали за взятку в 370 миллионов рублей. Да, быть коррупционером – дело рискованное, но, судя по количеству дел, на такой риск готовы идти многие. Напомню, что по данным Росстата, средний россиянин получает 38,7 тысяч рублей в месяц. В России будет введена новая норма содержания алкоголя в организме водителя. Допустимый показатель станет ниже. Она будет применяться для тех автомобилистов, которые отказываются пройти алкотест по требованию инспектора ДПС. Тему продолжит Наталья Богданова. Новая норма будет определять содержание алкоголя в крови водителя. 0,3 грамма алкоголя на литр крови – уже нарушение. До 2015 года было допустимо содержание 0,5 грамм. Законопроект уже одобрило правительство России. Стоит отметить, что такая практика не применялась больше 2 лет. Инспекторы делали заключение, только проверяя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Основанием для свидетельствования лица на состояние алкогольного опьянения является наличие одного либо нескольких следующих признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение несоответствующей обстановке. Автомобилистам, вызвавшим подозрения инспекторов, предлагают пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Делается это с помощью специального алкотестера, который покажет, имеется ли алкоголь в выдыхаемом автомобилистом воздухе. Ноль миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Допустимая норма – это 0,16 миллиграмм. Все, что выше, считается нарушением законодательства. Если водитель отказывается пройти освидетельствование на месте, ему предлагают сделать это в медучреждении. И есть третий путь, когда водитель, что сегодня нередко бывает, просто отказывается от освидетельствования, как у сотрудников ГИБДД, так и у нас. Но юридическая ответственность и самые главные последствия, водители думают, раз он отказался, то все, ничего ему не будет. При отказе водителя от прохождения освидетельствования его судьба будет решаться в суде. Кроме того, по словам врачей, отказ не позволит человеку в дальнейшем получить положительную характеристику в справке от нарколога, которая так часто требуется при трудоустройстве. Водителю за управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет с наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание многим автомобилистам кажется очень строгим. Однако, по сравнению с другими странами, его можно считать вполне лояльным. Например, в Китае водитель даже с малейшим содержанием алкоголя в крови платит штраф. А если же показатель превышает 0,8 промиль, то ему грозит до 3 лет тюрьмы и до 5 лет пешком. Такие меры более эффективно позволяют снизить аварийность на дорогах. За 8 месяцев текущего года на территории города Оренбурга и Оренбургского района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий
совершенных водителями в состоянии опьянения. За этот же период зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Ну, бывало. Реакцию теряют и прочее, прочее, прочее. То есть неадекватно чувствует себя, ну, на дороге. Едут неправильно, и виляют, и крутят, и выпадают иногда из машин. Проверка на содержание алкоголя в крови будет применяться, если водитель по каким-то причинам не сможет подышать в алкометр. Помогут ли такие меры снизить аварийность, пока сказать сложно. Однако сейчас, согласно общероссийской статистике, около 8% из общего числа ДТП – это аварии по вине пьяных водителей. Наталья Богданова, Максим Мараль, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржцы обсуждают судьбу национальной деревни. В начале сентября в СМИ появилась информация о продаже 4 подворий. Объявления размещены в интернете и, по словам собственников, еще актуальны. В списке выставленных на продажу объектов русское, немецкое, казахское и татарское подворье. Цены на них варьируются от 12,5 миллионов до 50. Одни только плюсы помещения. 2 зала, получается, и плюс ночной клуб. Там вот музей написано. Он тоже продается или это вообще не ваша собственность? Нет, зачем? Это все. Это все музей, все полностью. Вот это котельная отдельно стоит. Здесь ресторан, там летние, получается, рестораны. Все это продается. А потом вообще не будет проблем, то, что музей, например, я закрою? Ну, оно как бы стоит, есть, не просит, если вы там хотите что-то другое поставить. Но, в принципе, как бы это все обсуждаемо, все в процессе обсуждения можно сделать. А вообще, если я вот покупаю, я на территорию жителей вообще могу не пускать? Это же моя частная будет? Ну, смотря какой вы хотите. Может быть, какую-то секту вы хотите там открыть, я не знаю. Конечно, у проверяющих органов будут какие-то вопросы. А так, если, ну, закрытый клуб, так скажем, какие проблемы? Сегодня на территории подворья находятся этнографические музеи, библиотеки с литературой на родном языке. Здесь базируются общественные организации и располагаются рестораны. В этом году всему комплексу «Национальная деревня» исполнилось 10 лет. Возводили проект как модель мира и согласия, а также как туристический объект. Проблема в том, что она, ну, не развита совершенно. Да, есть подворье, но чем занимаются подворьем, это обеспечением банкетов, дней рождений, мероприятий. У нас музей в каждом из подворий недостаточно хорошо развит, чтобы туда можно было возить детей на данный момент. Во-вторых, он совершенно не развит для того, чтобы это стало интересно взрослым. То есть мы гостям города показываем национальную деревню, но в принципе в целом объяснить, зачем она создана, ну, не можем. Каким образом решится судьба национальных подворий, пока не может сказать ни один эксперт. Ясно одно – помещения принадлежат инвесторам, и повлиять на их решение областное правительство не может по закону. Официального комментария ни одно ведомство пока не дает. Ее нужно задействовать, но ее можно задействовать только в рамках целостной программы, да, развития именно туристического потенциала города Оренбурга. То есть в целом, как одну из точек, в которую должны обязательно попасть наши гости. В целях именно понимания Оренбурга как многонационального города, чтобы он как бы в конве общей экскурсии туда входил. Нарисовать мечту может каждый. На площади имени Ленина продолжается работа над самым большим стрит-артом Оренбурга. Кто взял в руки краскопульт и когда мы увидим законченную работу, узнаете из нашего следующего сюжета. Выходить на линии, это не так просто, как кажется, но очень круто. Я бы хотела быть художником на самом деле. Каждый день езжу здесь на автобусе, мимо, гляжу, ребята создают, ну, такую интересную, потрясающую картину сначала. Не понимала, что родится, но это очень красиво, это впечатляет, это заставляет мечтать. Когда обычные серые дома разукрашиваются и становятся какими-то арт-объектами, это очень классно, это весело, и можно из серого города сделать какую-то чудесную сказку. Мы
запустили во все наши соцсети, во все наши каналы информацию о том, что каждый человек может прийти и принять участие в создании этого стрит-арта. Ему нужно было перейти на Google форму, где бы он запомнил свое имя, фамилию, номер телефона. А мы всех обзванивали, было достаточное количество желающих, и теперь мы их приглашаем, и они приходят сюда, чтобы взять в руки краскопульт и попробовать себя. Мы хотим просто нарисовать и сказать: вот, ребят, вот картина, и как бы смотрите на нее. Мы хотим, чтобы люди принимали в этом участие, чтобы они понимали, что они делают это вместе с нами, чтобы они потом вспоминали и рассказывали своим детям и внукам, возможно, о том, что смотри, а я здесь рисовал, я внес в историю в этот город, и я этим горжусь. Каждый год на этой площади проходит весенний бал. Тысячи выпускников в ритме полонеза движутся в самый центр, мимо серой стены. Компанию «Фанет» совместно с Александром Шмариным решили придать ей праздничное настроение. Идея была сразу понятна и ясна. Мечта. Ведь она двигатель человека вперед. Кто-то говорил, чтобы он хотел видеть, или что он видит уже в этой картине. Вот. Но негативных таких отзывов не было. Мне интересно это делать, это выполнять. Когда, тем более, рисунок уже формируется в окончательной степени и приобретает уже свое окончательное лицо, мотивация лучшая увеличивается только. Когда ты ближе делаешь, соответственно, ширина факела меньше и больше материала дается. Чем ты, когда ты руку отдаляешь, факел расширяется. Я просто в восторге от краскопульта. Я первый раз держала в руках такую вещь. Мне было интересно такой опыт испытать как художнику, как творцу. И это просто потрясно. Серый, унылый, незрачный вид, который был раньше, он наверняка многих удручал. Некоторые... Я вот даже, честно говоря, раньше не обращала внимания на эту стену. И сейчас здесь появляется такая красота, и я вижу, что другие люди обращают на это внимание, я обратила на это внимание. А тут еще представилась возможность положить свою руку. Было очень сложно устоять. Крутое, самое клевое граффити в городе. Это очень здорово. Вот люди смотрят и радуются. Планируем закончить где-то, наверное, на следующей неделе. Сейчас выполнено уже примерно больше 50% рисунка. «Надежда» открывает в Оренбурге новый баскетбольный сезон. Напомним, что в этом году почти полностью изменен состав команды и сменился главный тренер. Начали мы работать уже почти два месяца назад, провели здесь интенсивную подготовку в Оренбурге. И после этого мы сыграли 7 товарищеских игр. 3 из них в Самаре, 2 игры с МВА и сыграли кубок УГМК. И вот только что мы завершили 1/8 и 1/4 финала Кубка России, обыграв Никтов в Сыктывкаре и обыграли в тяжелейшей игре Спарта НК «Видное». И завоевали право выступать в полуфинале Кубка России. У нас еще проходят как сборы. Да, то есть мы готовимся, мы привыкаем друг к другу. Вы прекрасно знаете то, что только 2 человека из старой команды остались. Нам нужно притереться. Понятно, есть какое-то волнение. Но когда ты не забиваешь один раз, второй раз, то, не знаю, я думаю, что мы прекрасно поработаем и постараемся эти моменты убрать из нашей игры, этот брак убрать. Все игроки, которые здесь у нас, очень-очень жестко работали через лето, 2 месяца. И думаю, что мы это все, что мы сделали, покажем в игре. Люди, которые приедут в зал, помогут нам с глазом и со всем, да, и еще очень больше играли. Мы искренне надеемся, что клуб будет продолжать славные традиции своих выступлений многолетних и на российской арене, и на международной арене. И такое право у нас сегодня есть. Мы его завоевали своей качественной высокопрофессиональной игрой. Матч нового сезона начнется в Оренбурге 1 октября в СКК «Оренбуржье». Желто-бордовые встретятся на своей домашней арене с красноярским «Енисеем». А 4 октября «Надежда» сыграет с женской командой из «Видного». На этом у меня все. Еще больше новостей нашего города узнаете из наших групп в социальных сетях. С вами была Юлия Боровикова. Всего доброго и оставайтесь на ЮТВ.